Так, ребят, всем привет. Продолжаем играть на карте Суворовская. Купил, значит, оливок на сколько? На 42 тысячи. Получается, я купил оливок. Еду сейчас на производство масла. Буду еще делать оливковое масло. Оно очень дорогое. Почти в два раза дороже, чем подсолнечное, которое я делаю. Поэтому едем туда, везем оливки. Вот они. Ну что ж, до релиза у нас FS25 остается, по-моему, там 12 дней. Ну, грубо говоря, 2 недели. Ждем. Блин, а я там проеду? Там масло стоит. Разгружаем оливки. На виноград, похоже. Темные какие-то. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Еще на складе. 5 поддонов с маслом. Ну, в принципе, я сейчас вырублю. Так, оливковое масло. Включить. О, подсолнечное масло у них. А, у них все закончилось. Подсолнух-то. Ладно, пока пускай из оливок делают. А это пока выключить. Оливок у них теперь много. Пускай делают. Так, на обратном пути заехал сюда же. Хочу купить пшеницы. На мукомолю надо завести. Так, 11 500, грубо говоря. И здесь тоже столько же. Короче, на 23 тысячи. Для производства муки. А то там чуть-чуть осталось, и производство просто остановится, будет простаивать. Так, смогу я туда зарулить задом-то, если сейчас заблокирую колеса.
пока не удается. Ладно, попробую сейчас по-другому. Попробую сейчас вот здесь развернуться. И уже задом туда. Так, ну и что? В чем проблема? Почему не срабатывает триггер? Давай переедем, может быть. Что-то не нравится. Чуть подальше. Во. Разгрузить. Так, а сколько здесь у меня поддонов осталось? 4, 8 на улице, 8 на улице и... А, и все. 8 поддонов. В принципе, это почти целый КамАЗ. Я обычно в КамАЗ 10 гружу. Так, да, все, отлично. Теперь тут 41 тысяча. Пускай работают. Так, уже вечер. Еду сейчас в коровник. Нужно воды с вечера долить. А то на утро они там до утра все выпьют, скорее всего, и, возможно, в здоровье потеряют. Поэтому сейчас с вечера долью. Тем более там вроде у них... В КамАЗе вроде было. Надо все проверить. Уже почти 8. Вечера. Корм надо тоже будет посмотреть, может быть, даже корму подкину. Так, давай хотя бы вот сколько есть. До утра им точно хватит. Так, КамАЗ пускай здесь стоит, потом на следующий день поеду уже за водой. Это закрываем. Так, что по кормушке у них? 100%. А сколько у них в запасе там есть, нет? Ну-ка. А, ну тут еще 3 тюка.
Так что нормально. Или больше тут. Нет, 3 чека, нормально. Молока, кстати, 37 тысяч. На следующий день можно будет тоже вести, продавать. Ладно. Надо ехать домой. Воды, главное, долил им. Остальное все нормально. Загоняем. Свет. Свет погасить. Отлично. Ворота закрыть. Так, кстати, что у нас тут по курам? Корм. Корм еще есть. Второй поддон яиц пошел. Кстати, можно будет уже, да, вести продавать. Все, я отдыхать. Так, утро следующего дня. Время 6 утра и погода не очень. Дождик поливает. Выходить вообще неохота. Гремит. И... Ладно. Надо позавтракать. И надо это курам съездить купить пшеницы, привезти. Вот смотри, круассаны лежат. Позавтракать надо, да? Делами заниматься ехать. Так, ну что, время почти 7 утра, позавтракал и дождик прекратился. Ну да, я думал два полных поддона, нет. Надо корм купить. Еду сейчас на базу, надо трактор взять с прицепом. Не попал. Вторая попытка. Да ладно. Ничего себе. Запулил.
на 5000. Купил пшеницы. Так, а давай мне, чтобы это, по 100 раз сюда не возвращаться. Я сейчас сразу тут все дела сделаю на коровнике. Быстро довольно-таки. И повезу уже туда. А то потом сюда возвращаться надо будет. Так, задача подкинуть сено в коровник. И долить воды. Чтобы воду они пьют. Очень много воды пьют. А, там один тюк завис. О. Так, ну-ка. Ну теперь нормально. Воды только добавить. Заполняем. Так, отлично. Поехали. Кстати, по поводу нового комбайна. Я все-таки решил купить его, чтобы у себя был. Я понимаю, что в аренду дешевле там все вот это. Но деньги есть. Поэтому я его себе куплю. Так, открываем. Да, у них тут половина, они бы буквально за полдня бы это все выпили. Машину оставляю здесь, пускай стоит, не мешает. Едем сейчас, везем этот пшеницу.
Заезжать сейчас буду уже через эти ворота, потому что мне вон туда. Кормушка, насколько я знаю, где-то вот здесь у них вроде. Ага. Так, все-то влезет, нет? Отлично. Так, ну дальше я просто выезжаю туда и... Я просто смотрю, вот в дальнейшем, когда здесь все будет огорожено, я где буду выезжать? Получается, вот здесь проезжать. Ну да, в принципе, да. Все, ладно, сейчас я закрою ворота. Выезжать сейчас, пока забора нету, я там выйду. А в дальнейшем вот здесь буду просто проезжать на обратном пути и туда. Я вот смотрю, оливковое масло, да, у них уже все закончилось, они все переработали довольно-таки быстро. 29 тысяч. Там 29 поддонов получается. И плюс подсолнечного на складе 5, и плюс то, что на улицу вытащили. Неплохо. Мука. Муки еще 32 тысячи. 10 тысяч они переработали. Ткань еще есть. Ладно, тоже в следующей серии. Так, ну что, ребят, на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.